Приобрел на eBay бесщеточный двигатель в комплекте с лопастями, контроллером и, собственно, все, ну и креплением лопастей к двигателю. Сейчас будем измерять тяговую силу. Аккумулятор использую свой старый, на котором бегал гексапод. Все это дело установил на довольно прочную основу, на весы. Сбросил, чтобы был 0. Теперь можно запускать и смотреть. Ну, тут видно, что если я давлю вниз, то весы показывают положительную массу. Если я тяну вверх, отрицательную. Вот так мы измерим, какую тягу дает этот двигатель с этим винтом. Управляется он так же, как сервоприводы, поэтому подходит тестер для сервоприводов. Правда, немножко глючит у меня. Чуть-чуть завели. 30 грамм тяга. Максимальная тяга около 390 грамм. Так что один такой винт может вытянуть 390-400 грамм вверх.